Рок-н-ролл вызов, ребята. А давайте посмотрим повтор. А, ну здесь финишем получается. Вот чувак ехал, ехал, ехал. И доехал до финиша. Ну ладно. Давай посмотрим. Может ли он меня обогнать? Либо смогу ли обогнать я его? О, как он быстро уехал. Да, все, проиграл я. Я его уже не догоню. А, нет. Подожди, вот он едет. Я... Ага. Ну а что здесь такое, так, такая маленькая трасса? До этого была трасса. Полдня играть можно, не доиграть. Да, давай приключения поиграем в сельскую местность. На раллийной авто. Раллийной тачке. Возьмем парочку сундучков. Ой, парочку сундучков. И посмотрим, сколько там будет денег. Ох, аккуратно, главное не переворачиваться в этом деле. Можно легко перевернуться. Смогу ли я побить свой рекорд? Вот вопрос. Так, а ну, на заднем колесе можем проехать? Нет, вот эта тачка, она не рассчитана, чтобы на заднем колесе проезжать. Только багги. Багги еще более-менее способны на это. Ну вот. 75 тысяч монеток. Но собрано. Так, у нас сундучок второго уровня. Взяли мы. Надо двойные монеты мне сделать, что-то я не подумал. Проезжаю-то я много. На этой тачке. Двойные монеты бы нам не помешали. Ой-ой-ой-ой. Чуть не перевернулся. Так. Бензинчик вижу. И третьего уровня. Ну все, смотри. Сундучок третьего уровня мы взяли. Это очень хорошо. Это где-то 2500 монет. Точно будет. Так, полтора километра, половина, вообще-то, да, трассы осталось у нас до рекорда. Предлагаю попробовать побить рекорд. Проедем или... Да, так, я думаю, как минимум проедем. Потому что давно я здесь не ездил. А тачку я уже прокачал до этого. Много раз прокачивал. Всё. Тысяч. До 100 тысяч доведу монет. Ого! Чуть не перевернулся. Будем бить рекорд. 800 метров осталось. До рекорда. Плохо, что сумочек с деньгами нет. Обычно бывает, что деньги еще дают. По 120, по 130, по 150 монет, по 210. Это как я помню. А здесь ни одного мешочка нет. К сожалению. Сундучки, но только вот сундучки они. Если бы реально их там 5 сундуков было, да, это только сундук 5 уровня. Чуть-чуть больше монет, чем там 4. Ну и так далее. О, нифига. Вот эта тачка быстрая. Вот это здорово. Надо... Я ее, наверное, буду прокачивать. Только ее пока. Так, это перепрыгиваем дело.
Да, до рекорда 50 метров. 30. Вот и новый рекорд. Ты понял? Чтобы ничего сложного проехать было, не было. Мне кажется, мы еще дальше проедем. Опа, домики появились. Нифига себе. На 3 километрах появился первый домик. Мостик появился. О, отлетела моя броня. Теперь у меня движок будет гореть. Вот, еще смотри. А я не знаю, а как сюда заехать, в этот домик? Стоит как-то очень... Не очень хорошо. Впервые запищал у меня бензин. Это говорит о том, что усложняет трассу. Так, ну ладно. Вот. Ох ты! Сумочки с деньгами. Бонус за расстояние 2000. Нифига себе. Вот эти сумочки мне нужны. Еще сумочки. 1950. Ну, таким макаром я сейчас денег подниму. Так, опять домик. Опа, ребята, я засмотрелся, да. Моя была проблема. Засмотрелся и упал. 4200 всего лишь дали денежек. В зимней гоночке. Поехали на этой тачке. Ага, давно я тебя не прокачивал. Ну давай я прокачаю, подожди, баланс вот этот весь. А, там мощность дает. Блин, не то прокачал. Давай подвеску. Чтоб она не падала машинка. Вот, на 13 уровне. Ну и давай полноприводный. Все, у меня получается все 13 уровня. Тачка. Так, давай вид машинки поменяем на красный. Ну, давай на такой вот возьмем. Вот такие колесики возьмем. И поменяем на девчонку. Только ей немножко приоденем ее. И штанишки возьмем такие один. А на голову мы... А, что же... А давай очки. Или шлем. О, давай шлем такой. Прикольный вид. Все, едем. Во-во-во-во. Смотри. Тачка, она у меня не переворачивается практически. Потому что она у меня прокачана. Равномерно. Равномерно. Никакая деталь автомобиля не мешает другой детали. Все деньги, кстати, потратил. Но ничего страшного. Так, еще пока ни один сундук мы не взяли. Вот он, сундучок первый. Thank you. Давай дальше едем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, я тут больше проезжал. Почему ты здесь останавливаешься? Вот. Немножко она, конечно. Надо было движок прокачать просто, да и все. Чтобы она быстрее ехала. Но опять-таки постоянно тут переворачивается. Что не есть хорошо. Опа, бензин. А зачем я бензин-то проехал? Назад. Назад сдаем. Все. С полным баком бензина мы отправляемся дальше. Так, так, так. Долго мне, конечно, монетки придется копить. О, новый рекорд побил. Побили рекорд и зарабатываем эти самые звездочки. Так, аккуратно, давай. Спускаемся в воду.
Перепрыгиваем. Ну да, то что это значит? Тысяча метров мы тогда проехали, это мало. Так, в горах опасно. Головой главное не стукнуться. Разбился. Стукнулся все-таки башкой. 1800 нам за это поездочку дали. Но